Привет, друзья! Вы смотрите Банали ТВ, с вами Турбо, и сегодня с вами поиграем в игру, которая называется People Playground. Да, друзья, только это на самом деле ни хрена не People Playground, который мы все с вами прекрасно знаем. Это игра, которая называется People Playground на телефонах, она в Play Market называется реально People Playground, то есть прям вот один в один, как People Playground, она так называется. Но на самом деле это полное фуфло, это какая-то пародия на игру, которая называется, блин, я забыл, как это называется, где еще за деда? Блин, я забыл, как это называется. Happy Wheels, вот, точно, вспомнил. Короче, это реально какая-то пародия на Happy Wheels, но называется People Playground. Короче, у нас есть мужик на этом, как его, на скутере на каком-то есть, и мы можем ездить. Так, ну-ка, поехали. Я понял, в игре, кстати, нет звука какого-то хрена, ну ладно, так, окей. Надо, короче, ехать, пока здесь не будет света. Ой, ну, в смысле, не света, а лазеры это. Поехали, поехали. Блин, он как додик катается. Ладно, ставьте лайк, пишите комментарии, друзья. В описании ссылочка на мой телеграм-канал, там будет ссылка на эту игру. Нифига себе проехал. Вот, так что, если вы захотите поиграть, то все будет четенько. Так, Ниппон. А как заехать? Блин, ну, его, конечно, долбит как додика. А, о, мы можем вот так делать, ништяк. Ну-ка. Тихо-тихо-тихо. Хорошо, давай-давай, поехал, дядя. Блин, нифига себе уровень большой. Тихо, я думал, уровень будет меньше. Ну, ладно. Так, давай, дядя, давай. Опа. Оп. Что, мне надо назад ехать? А как? А что мне надо было сделать? Ладно. Блин, слушайте, это сложно. Это первый уровень, блин, ядрить колотить. Это первый уровень, охренеть. Я думал, что его первый уровень... Ну, первые уровни обычно должны быть как-то попроще. Согласитесь. Опа. Ой-ой-ой, дядя. Ай-ай, нормально. Можно сразу заехать как-то. Нет. Ладно, нам это надо все равно туда подкатить. Подкатить. Да что ты, карпететото? Опа, нормально. Окей, пойдет жара. Блин, а может мне просто так смогу заехать туда? Хотя... Давай, дядя. Опа, нормально. Так, спокойно. Так, и что мне тут делать? Типа, что от меня игра хочет? Друзья, как вы знаете, сейчас достаточно непросто пополнить свой кошелек Steam, но в этом вам поможет KupiCode. Это сервис для пополнения вашего аккаунта с минимальной комиссией. Пополнение происходит буквально в пару кликов. Вписываете свой логин Steam, указываете сумму пополнения и нажимаете «Пополнить». Если вдруг возникнут вопросы, то рядом есть вкладка с инструкцией и ответами на частые вопросы. Комиссия, которую берет сайт, самая низкая на рынке. Она зависит от суммы пополнения, но если вы введете мой промокод Turbo, то на любую сумму пополнения для вас будет действовать минимальная комиссия в 16%. Также на сайте можно авторизоваться с помощью Телеграма и получить 50 бонусных рублей, а для зарегистрированных пользователей действует постоянный кэшбэк на каждое пополнение. К тому же имеется возможность пополнения турецкого аккаунта. Еще у KupiCode есть канал в Телеграме, где ежедневно выкладывают новости о трендах, новых технологиях и IT, и группа ВК, в которой выходят новости приложений и игр и рассказывают о всех новинках сервиса. Также в группе ВК и Телеграме проходят розыгрыши на пополнение баланса Steam. Теперь вы знаете, как легко и безопасно пополнить свой Steam. Ссылка на KupiCode будет в описании. И не забывайте про мой промокод. Вот эта хрень приедет, просто меня убьет. В смысле, а как? Надо как-то вот так. А! Блин, она падает вниз, я понял. Спокойно. Так, здесь что? Это подъем наверх какой-то? Да, подкидыш. Нет! Спокойно. Голова отвалилась! Но это не проблема! Если оторвалась голова, значит, все будет нормально. Видите, у меня из-за того, что не было головы, я в целом выжил. Тихо, дядя. Не надо, дядя. Оп. Спокойно. Блин, вот эти взрывоопасные бочки меня, честно говоря, пугают немножечко. Спокойно. Слушайте, живу как могу. Ниппон. А как мне тут? А куда мне тут? А какого хрена? Не понял, друзья. Как мне сюда, отсюда выбраться? Так, спокойно. Блин, управление неудобно немножечко. Так. Эть. Я себе сделал управление, думал, будет удобнее, но ни хрена неудобно. Давай, дядя! Ну что такое? О, я почти, друзья, справился. Справился почти. Ну слушайте, ладно, это весело, это интересно, потому что первый уровень, знаете, обычно в играх какой первый уровень? Который ты проходишь за секунду, там, из пункта А в пункт Б за секунду, реально. Но здесь надо прям постараться. И прикол в том, что если ты умрешь, то ты умрешь, можно сказать, навсегда. Ну, в смысле, вы поняли. Так, и что я сделал? Ладно. Да едь, дядя, едь. Давай. Давай, придурок! Колесо! У меня нет колеса! Это ошибка. Я считаю, что это ошибка. Давай, дядя, давай. Да блин, ну... Собрание... Ой-ой-ой, меня разорвало! Но это еще не конец, смотрите, я еще могу ехать. Забавно. Так, давай, дядя, давай. О, ништяк. Давай.
Блин, а что мне делать? Я не вижу, что происходит, потому что мои основные части тела где-то тут. Ладно, я попробую по наитию. По наитию где-то вот там был слева финиш. Ладно, окей. Давайте другой уровень выберем. Это слишком жесткий. Ховерборд! Ни хрен. Ну, это не ховерборд. Хотя, может быть, он в английском так называется. О, можно присесть. Понял? Понял, принял. А как проехать-то? Да ё-моё, а как проехать-то? А, вот, это когда он на меня едет. Надо, когда он едет на меня. Да, давай. И в этот момент, типа, прям ехать быстро. Постараться, по крайней мере. Да, он встал! Собрание! Во-во-во-во-во! Повезло, повезло. А прыгать я умею вообще? А, я могу на Q прыгать. Круто. Тихо-тихо-тихо-тихо. Спокойно. Оп. Прыжок. Присел. Опачки. Оп. Прыжочек, прыжочек, прыжочек. Оп. Прыжок. Хорошо. Сюда. Видимо, сюда. Видимо... Эй, дядя. Не надо, дядя. Назад. Назад. Едь назад, придурок. Нет. О, нормально. Нет, мне конец. Нет, мне не конец. Я жив. А почему я сижу, как дадик? Отлично. Бенель не справляется, дорогие друзья, со своей задачей. Со своей первоочередной задачей. Чтобы... Блин, смотрите, как мне плохо. У меня ноги, блин, нахрен вообще непонятно где. Просто непонятно, где мои ножки. Так, окей, едем. Опять эта тварь. Спокойно прошел. Тихо-тихо-тихо. Хорошо. Банальный молодец. О-оу. Да, ладно, окей, кое есть еще уровень. Что, на чем еще можно здесь прокатиться? Скиз! О, это лыжи! Крутомбег. А, у меня есть кнопки Q и D, я понял. Подожди, давай заново, дядя. Не знаю, на что они влияют. Надо было прыгнуть. Надо было... А, я понял, ты просто едешь... да, просто едешь и потом просто прыгаешь. Все понятно. Jump at the right time. Надо в правильное время нажать либо на Q, либо на D просто. Нажал. Полетел. Я нормально улетел. Мне кажется, я солидно полетел. Да, я на финише, друзья. Наконец-то вектор. Блин, даже менюшка один в один. Вот это вот, как в Happy Wheels. Офигеть. Ой, тут тоже надо в правильное время прыгнуть. А что, он сам едет, да? Ну, слушайте, игра в целом прикольная, то, что тут вот есть какие-то такие мини-игры забавные. Черт. Окей, давай еще раз. Дядя! Когда правильно-то прыгать, интересно? Оп, нормально. Черт, чуть-чуть неправильно. Ладно, сейчас будет все четенько. Сейчас будет все четко, дорогие друзья. Да полный... Полный фарш. В общем, ребят, на этом мы будем заканчивать эту серию. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Ставьте большие подписывающиеся комментарии. Это новая серия по замечательной игре под названием People Playground. Как бы это ни звучало, не заставит себя долго ждать.